7 апреля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял участие в открытии магистральной автодороги Нахчеван-Шахбуз-Батабат. Глава государства от начала посмотрел стенды, отражающие технико-экономические показатели дороги. Председатель Верховного Меджлиса Нахчеванской автономной республики Васиф Талыбов сообщил президенту Ильхаму Алиеву, что строительные работы на дороге общей протяженностью 88 тысяч и 8 километра проделаны с высоким качеством и завершены за 2 года. На дороге, построенной на уровне современных требований, обеспечено безопасное движение транспорта. Новая дорога имеет важное экономическое значение не только для города Нахчеван и Шахбузского района, но и для всей автономной республики. Президент Ильхам Алиев также посмотрел карту транспортного сообщения Нахчеванской автономной республики.